кусочек, который я буду использовать для стейков. Примерно 1,5 сантиметра у нас будет стейк. Можно чуть побольше, кому нравится. Мы должны разрезать не до конца, до кожи, то есть не отрезая. Вот видите? А второй разрез точно такого же размера мы делаем уже отрезая кожу. Коронный номер. Та-та-тан-та-тан. Стейк складывается и получается вот такая прекрасная бабочка. Видите? Такие прекрасные стейки бабочки получились. Подавать сейчас буду с гарниром. Вот так вот они аппетитно зажариваются буквально 2-3 минутки с лимончиком.